При поддержке главы республики Рашида Тимрезова и Федерального агентства по делам молодежи в Карачаево-Черкесии стартовал Всероссийский высокогорный молодежный форум «Махар». В Махарском ущелье собрались более 200 представителей молодежных организаций и студентов России. В рамках форума пройдет грантовый конкурс Росмолодежи. На реализацию идеи можно выиграть до 500 тысяч рублей. Участники подали заявки на грантовый конкурс по 18 направлениям. Это проекты инклюзивной среды, молодежного туризма, организации занятости молодежи, экологического просвещения, вовлечения в научную деятельность и поддержки творческих инициатив. Мероприятие предусматривает 4 различные программы, в том числе образовательную, горно-пешеходную, творческую и спортивную. В наших следующих выпусках мы подробнее расскажем о работе форума «Махар».